Мы стиснули черное сердце Берлина стальной хваткой. Фюрер приказал защищать город до последней капли крови. Старикам, подросткам, раненым. Если они хотят постоять за Германию, они умрут за Германию. Дом за домом, комнату за комнатой, очистим город от крыс. Дмитрий, ты готов? Просит пощады. Ты не заслуживаешь пощады. А ты пощадил наш народ? Сейчас ты умрешь. Стой! Он может нам помочь. Помочь? Пусть лучше за нас умрет. Мудак. Это не война. Это бизнес. Эти не заканчиваются дольше. Наши снаряды уничтожают город. Заходи. Захватим их врасплох. Russische Soldaten rücken immer weiter vor. Wir sind fast vollständig umsingelt. Unsere Lage ist aussichtslos. Ist das, was ich den General erklären sollte? Das sollte dem General eigentlich selbst.
Конец! Дмитрий, брось туда бутылку! Зажги их! Держись ближе к полу! Из-за дыма будет трудно дышать! Почти ничего не вижу! Я задыхаюсь! Скалы тут не помогут! Просто держись ближе к полу! В Сталинграде нам с Димкой не раз приходилось пробираться по задымленным помещениям! Ты слышал, чтобы он жаловался? Остановиться у танков!
впереди пулеметы! На третьем этаже! Идем! К тому моменту, как война закончится, Берлин превратится в руины. Оставаться у танков! Это тут творится? Эти люди пытаются сдаться. Оглянись вокруг себя, Черно. Ты хочешь отказать этим людям вместе? Черно, учись у Дмитрия. Он знает, что такое милосердная смерть. Быстрее, Петро! Сюда!
платформе! Открыть огонь! Не отступать, давай! Нам делать?
Thank you.